Здравствуйте! Сегодня хочу показать алхимические стрептокарпусы, как они могут изменять цвет. Вот, например, 2657. И вот видите, он распускается голубеньким и становится персиковым. А вот еще рядом, это 2622, зацветает вот тоже скорее фиолетовым и постепенно становится персиковым. Вот здесь хорошо видна разница цвета. Справа только зацветает, а с левой стороны уже повзрослевший. Вот такое преображение. Это алхимические стрептокарпусы.